Дорогие друзья, я думаю, что каждый из нас знает, насколько богат русский человек теми, кто был до нас, той классикой золотого века, серебряного века, поэтов, писателей, музыкантов. И так много талантов, которыми славилась Русь. И сегодня мы живем в 21 веке и видим таланты, но так хочется иметь тот же богатый цвет, который был раньше. И мы хотим данными программами не только прикоснуться к тому, что было в истории, но воскресить и дать движение жизни уже в новом поколении. И Дух Божий нам поможет это сделать. Поэтому мы не только дотронемся до золотого, до серебряного века, а мы достанем оттуда ту драгоценность, которую принесем в Божье присутствие и размножим Духом Святым. Потому что у Бога в Его Духе есть способность животворить. И поэтому мы хотим воскресить тот потенциал, который ушел раньше времени. Мы знаем, как много поэтов ушло в самом рассвете своих сил. Значит, потенциал не был реализован. И сегодня у нас с вами есть возможность его возвратить в русскую душу, в сердца, открытые перед Богом. Фет. Справка. Фет Афанасий Афанасьевич. Русский поэт-лирик и переводчик. Мемуарист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Прозаик. По мнению Некрасова, единственный поэт, который мог конкурировать с Пушкиным. Родился 5 декабря 1820 года, Мценский уезд. Умер 3 декабря 1892 года в Москве. Когда Божественный бежал людских речей и празднословий их гордыни, и голод забывал, и жажду многих дней, внимая голосу пустыни. Его, взалкавшего, на темя серых скал князь мира вынес величавый. «Вот здесь, у ног твоих, все царства», — он сказал, «с их обаянием и славой. Признай лишь явное, поди к моим ногам, сдержи на миг порыв духовный, и эту всю красу, всю власть тебе отдам, и покорюсь в борьбе неровной». И он ответствовал: «Писанию внемли, пред Богом, Господом лишь преклоняй колени». И сатана исчез, и ангелы пришли в пустыне ждать его велений. Драгоценный Господь, я прошу сейчас о людях, которые оказались в пустыне в месте искушения. Кого сегодня искушает дьявол властью, славой, деньгами, тем, что видят глаза, но я прошу Тебя, Господи, выйди навстречу к этим людям, потому что когда-то Ты, Иисус, проходил это искушение и знаешь, как искушаемым помочь. И я сейчас прошу о таковых людях, чтобы каждый имел внутри себя эту силу противостать, зная, какая цена уже положена за каждую душу каждого человека. «О кара тестес, ливит Фрейзер, май холи кара тура тест, карата вита поливердес, камира плида саливендес, ликарда гродес, мира фрест. Камина конте кале фатер, липера тендес холи ват, ликина градес кюра фрадес, мантули кенде вита ладес, май гут рафрадес улифат. Май гат ламина палаватес, ликира пали ворта сет, ликара тунда гита фатес, май холи пара металатес». «My good livardas miraflet». Благодарю Тебя, Иисус, что Ты знаешь, как помогать тем, кто попал в беду, кто попал под давление, кто сейчас находится в тесных обстоятельствах. Выведи навстречу, и пусть ангелы Твои придут и помогут увидеть свет и найти путь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.